Сотни посетителей выстроились в очередь в среду 22 сентября, чтобы отведать кусочек гигантского лунного пряника. Его испекли к празднику середины осени в одном из ресторанов китайского квартала в японском городе Йокогама. По китайской традиции праздник середины осени или лунный фестиваль отмечают на 15-й день 8-го месяца по лунному календарю во время полнолуния. Обычно лунные пряники по размеру делают около 10 сантиметров в диаметре. Для начинки используют подсоленные желтки, которые по форме похожи на полную луну. Однако ресторан отеля «Роуз» решил поставить рекорд. Там испекли гигантский лунный пряник весом около 55 килограммов. Начинкой для него послужили желтки не менее 500 яиц. Маленький и большой пряник готовятся примерно одинаково. Корочка и начинка с яичными желтками такие же. Все то же самое. Для большого лунного пряника мы использовали примерно 500-600 желтков, а в маленьком их всего два. Для начинки также использовали 30 килограммов фасолевой пасты. Готовый пряник поделили на маленькие кусочки. В ожидании порции лакомства многие снимают памятное событие на мобильные телефоны. Я совсем не знал об этом, просто зашел случайно. Это здорово. Я не знала об этом событии. Хотелось бы, чтобы больше моих друзей могли прийти. Здесь немного туристов, и я надеюсь, что об этом узнает больше людей. Уже 17 лет в этом ресторане во время праздника середины осени раздают лунные пряники. Но идея сделать такой большой родилась впервые. Мы решили попробовать сделать большой лунный пряник и посмотреть на реакцию. Посетителям понравилось, поэтому мы предлагаем на продажу пряники и такого размера. Пряника хватило всего на 30 минут.